одевайся теплее, прям футболку одевай, кофту одевай, я забыла тебе взять. Трико одевай. Прям одевайся теплее. Муж Светланы работает на одном из предприятий холдинговой компании СДС. В семье заведено каждый раз отдыхать только семьей. В этот раз же больше повезло старшему сыну Роману. Младший Ярослав ждет брата с нескрываемым удовольствием, а Светлана по-настоящему завидует. Море, экскурсии, бассейн, детские вечеринки. Впечатления очень хорошие, позитивные. Думаю, учебный год начнется у нас очень хорошо. К 1 сентября уже готов 151 ребенок. Именно столько своих детей встретили мама и папа, которые работают в Сибирском деловом союзе. Поезды ждут с нетерпением и радостью. С начала года компания отправила на отдых более 600 детей. Родители оплатили только 20% от стоимости путевки. Остальное взял на себя Сибирский деловой союз. Максим, привет! Ты чё? Не видишь? Три вагона заполнены до отказа оранжевыми кепками, и ребята их забывают снять даже при встрече с родителями. Выход на перрон и сразу в объятия. Вот моя! Варя, где Лиза? Спасибо. Все, пойдемте, пойдемте. Валерия уже обменялась ссылками в интернете с новыми друзьями. Говорит, что уже скучает по каждому. Отдохнули очень хорошо. Все понравилось. Что делали в Медвежонке? Делали в Медвежонке. Было очень много разных мероприятий, экскурсий. Ходили на море. Больше всего запомнилось экскурсии. Родители сильно скучали? Да. Мама и папа Валерии ждали 21 день, чтобы обнять дочь, созванивались почти каждый день. Александра говорит, работа позволяет и профессионально заниматься своей деятельностью, и воспитывать замечательного ребенка. Наконец-то мы дождались свою родную доченьку. Вот. Надеемся, что она отдохнула, будет хорошо учиться в новом году с новыми силами. Очень мы благодарны, что у нас получился такой отдых у ребенка. Пятиразовое питание, конкурсы, экскурсии, программы. В течение 3 недель дети из Кузбасса получили отличный заряд бодрости и здоровья перед 1 сентября. Организатор поездки, холдинговая компания «Сибирский деловой союз», сделала отдых ребят запоминающимся и, главное, безопасным. Пропускной пункт по пропускам, видеонаблюдение везде. То есть охранники проверяли территорию. Сама даже начальник лагеря проверяла, ходила вечерами территорию. То есть все было отлично. Инцидентов никаких не было. Дети СДС, а именно так называют себя некоторые ребята, смогли отдохнуть благодаря социальной политике холдинга. И без нее вот такие эмоции просто невозможны. Я тебя не видела! Все, Анатолий, давай, потолку. А я не хочу плакать. Все, еще с вами, все. Остап Григорьян, Андрей Пашков, новости моего города.